большое всем, кто пришел ко мне сюда поддержать меня. Спасибо. Всех люблю, целую. Участницы с прошлого конкурса, с прошлого этапа здесь. Спасибо, девочки, что вы здесь. Отдельное спасибо хочу сказать Козовой Наталье Александровне. За подготовку, за поддержку, за заботу. И своему любимому коллективу. Спасибо вам большое. Я с гордостью понесу это знамя в дальнейшем за УФСИН Свердловской области на следующий этап.